Добрый день, дорогие читатели! 22 января во всем мире отмечается день рождения воздушной кукурузы – попкорна, одной из самых культовых закусок при просмотре фильмов. Более 300 лет назад Европа открыла для себя свойство зерен кукурузы разрываться под воздействием высоких температур. В 1885 году в Чикаго была изобретена первая машина для приготовления попкорна, а спустя столетия появилась воздушная кукуруза для микроволновок. Родина этого растения – южноамериканский континент. Когда Христофор Колумб высадился на восточном побережье в конце 15-го столетия, местные жители уже вовсю употребляли воздушную кукурузу, причем не только в пищу. Из ее раскрытых зерен делали украшения, а по форме взорванного зернышка гадали. Во время раскопок были найдены попкорновые зерна возрастом около 4000 лет. Археологи сделали вывод, что древние племена индейцев уже тогда знали о свойстве кукурузы взрываться, и она была частью их рациона. Не каждый сорт этого растения подходит для приготовления попкорна, а только специальный, он так и называется – взрывающийся. Из остальных сортов злака сделать попкорн практически невозможно. Иногда воздушная кукуруза применяется вместо наполнителя для посылок. После этого ее можно использовать в качестве корма для животных или для компоста. А мы сегодня будем использовать попкорн для создания довольно простой поделки. Вот такую овечку научимся делать на раз-два. Посмотрите, какое забавное животное может получиться из воздушной кукурузы. Материалы для ее изготовления доступны всем. Это попкорн, в нашем случае сладко-соленый, распечатанные мордочки овечек, двухсторонний скотч, ножницы, полиэтиленовые пакетики. Берем пакет и насыпаем туда небольшое количество воздушной кукурузы. Затем формируем посередине целлофана круг. С обеих сторон делаем узелки. Получилась своего рода попкорновая конфетка. Обрезаем с той и с другой стороны лишние концы. На двусторонний скотч прилепляем заранее вырезанную мордочку животного. Вуаля! Наша отара готова! В таком виде можно организовать подачу попкорна детям. Каждый ребенок будет рад получить воздушного зверька, да еще такого вкусного и полезного. Из продуктов можно творить разные чудеса, а помочь в этом может специальная литература. Список изданий прилагаем. Берите, читайте, исполняйте. С днем попкорна, друзья!